Особо охраняемую зону не охраняют. Экологический парк «Березовые рощи» в Димитровграде завален бытовым мусором, валежником, частями стволов, деревьев и ветками. Привести природную территорию в порядок потребовала региональная прокуратура. Эту проблему должен решить глава администрации города Атомщиков. Двери учреждений культуры закрыты, но мероприятие никто не отменял. 25 апреля в Ульяновске пройдет «Библионочь-2020» в режиме онлайн. Всероссийская акция в этом году носит название «Бессмертный книжный полк» и посвящена 75-летию Великой Победы. Ее проведут на официальной площадке централизованной библиотечной системы Ульяновска. Местные актеры, писатели и деятели культуры расскажут о литературных героях Великой Отечественной войны. При этом поучаствовать сможет любой желающий. Нужно разместить пост о героях ВОВ в соцсетях под хэштегом «Бессмертный книжный полк 73». Время дел во благо. В Ульяновске стартует акция «Караван добра». 26 апреля в 9 утра от Соборной площади двинется колонна из 200 автомобилей, которые доставят во все муниципальные образования области 10 тысяч продуктовых наборов пожилым и малоимущим жителям. Желающие сделать добро могут до 23 апреля оставить заявку на участие по телефону 727-728. 24 апреля активистам вышлют инструкцию дальнейших действий.